Добрый день, уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты, ординаторы и аспиранты университета. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады видеть вас в преддверии великого праздника, Дня Победы, дорогих нам ветеранов университета. Спасибо вам за ваш неоценимый вклад в становление и развитие университета. День Победы, 9 мая 1945 года, навеки вписан в мировую историю как триумф советского народа, его сплоченности и духовной мощи, беспримерного подвига на фронте и в тылу. Великая Отечественная война поделила историю России на до и после. Фраза «лишь бы не было войны» надолго вошла в бытовой обиход. Сегодня праздник входит в каждый дом, и радость к людям с ним приходит следом. Мы поздравляем вас с великим днем, с днем нашей славы, с днем победы! Дорогие ветераны, дорогие преподаватели, деканы, проректоры, уважаемые и дорогие студенты, ординаторы, гости, преподаватели и обучающиеся, все, кто сегодня в нашем зале. 79 лет назад завершилась Великая Отечественная война. Чуть позже, в сентябре, будет подписан документ о прекращении самой кровопролитной в истории человечества войны, Второй мировой войны, которая столкнула несколько стран и народов, и изменила курс истории. И до сих пор мы чтим и помним те годы тяжелые и сложные. К сожалению, вызовы и угрозы, которые породили столкновение поначалу разных стран и народов, но все-таки это было столкновение двух государств Советского Союза тогда и Германии. И это было интересно третьим лицам. О ком идет речь, я думаю, кто знает историю и посещает добросовестно лекции кафедры философии, Лариса Викторовна здесь подтвердит, знают, как это все происходило. Есть вызовы и сегодня, и это все меняется не только внутри. Когда народ выбирает себе лидера, он может заблуждаться. Если этим лидером становится человек, который разрушает, то этот же народ, который создан и возможен для созидания, начинает разрушать и вторгается в пределы свободы другого человека. Самое страшное, самое печальное, что путем искоренения и уничтожения других рас и народов.
И это самое страшное явление называется нацизмом. До последних дней своей жизни Геринг так и не верил, глядя на экран, когда ему демонстрировали беспощадные кадры из Освенцима, из других городов и концлагерей, как кричали дети, как плакали матери. Он считал, что это фальсификация, что это вбросы НКВД, и поэтому смеялся. Если вы читали «Нюрнбергский процесс», вы узнаете эту историческую тираду. Так вот, все это порождается людьми, которые перестают верить, перестают понимать, что главное – это жизнь не только себя, но и окружающего. Когда степень вторжения уже нарушает степень свободы другого человека, и здесь очень печально перевысить эту историю и снова повторить те печальные события. Поэтому, обращаясь к вам, дорогие студенты, помните историю, помните ваших дедов и прадедов, которые смертью много миллионов жизней унесло, и до сих пор продолжаются раскопки и поиск бойцов, которые пали своими жизнями, сохраняя наше будущее. Очень трудно представить, что было бы, если не свершился 9 мая 1945 года, что бы здесь было, потому что здесь, вы знаете, и другие были силы в лице милитаристской Японии, которая хотела поработить и Дальний Восток, и все территории, в которых мы сегодня живем, с которых вы возвращаетесь учиться и вернетесь к себе на родину. Светлое солнце, яркие дни, прекрасные цветущие цветы, пение птиц, скорее всего, этого не было. Учитывая, что уже в конце 40-х, начале 50-х годов, кроме химического и биологического оружия, начинали обороты создания ядерного оружия. В том числе самые тяжелые, самые опасные, самые в жизни разрушающие нейтронные бомбы или водородные бомбы. И это просто могло ввести все человечество вспять, не зная, как все происходило бы сейчас. Поэтому первое, что нужно делать, это помнить свою историю. Историк Ключевский сказал, история не наказывает, а история не учит, а наказывает за незнание уроков. Поэтому это нужно помнить. Помните о своем прошлом, помните о том, что впереди у вас будущее, оно в ваших руках. И здесь, на этой земле, во все годы, единственный, когда не было выпуска, это 45-й год. Я уже говорил об этом, потому что всех выпустили раньше. Два выпуска было в 41-м, два в 42-м, 43-м, 44-м. Но наборы не прекращались. 94 года нам в этом году, вот 94 года мы набирали на первые курсы. Поэтому очень важно помнить о своей прямой обязанности. Именно она вас гарантирует в том, что не повторится то, что мы сегодня здесь вспомним и смотрим. Учиться, прилежно относиться к своим обязанностям, помнить о пожилых, о своих родных, матерях и отцах, прадедах и дедах. Ценить самое ценное, что есть в человеке, это жизнь, это здоровье, это любовь, это отношения. Беречь с молоду честь, достоинство, принимать решения, делать выбор. Пусть вы ошибетесь, но еще раз говорю, кто не знает, куда идти, не знает, что делать, нужно сделать первый шаг. Он даст либо утверждение, что вы правильно двигаетесь, либо что вы заблуждаетесь. И никогда не поздно вернуться и пересмотреть свое решение. Но оно должно быть на созидание. Становитесь врачами, специалистами, клин-психологами, соцработниками, провизорами, медицинскими специалистами среднего звена. Повышайте квалификацию, становитесь взамен тех, кто сегодня трудится, охраняя жизнь и здоровье наших дальневосточников, не только здесь, но и в Хабаровском крае, но и за пределами. Уважайте преподавателей, интересуйтесь, как у них дела, как у них здоровье, улыбайтесь в ответ. И цените, еще раз повторю, самое ценное – время, жизнь и здоровье. Тогда у нас все получится. Дорогие друзья, с праздником Великой Победы! Пусть этот день никогда не уйдет с нашей памяти, и пусть то, что происходило здесь 79 лет назад, никогда в этой жизни не повторится. Помните, что сейчас на западных рубежах наши бойцы, наши ребята, ровесники ваши, тоже создают и кают победу против того явления, которое начало поднимать голову. И пусть завтра вступление в должность нашего президента 7 мая будет олицетворением нового пути и нового периода правильной, настоящей, качественной жизни. Здоровья, счастья, успехов
не болеть, и все у нас получится. С праздником! Испытывая нечеловеческие перегрузки на фронте и в тылу, представители всех социальных слоев общества и разных национальностей продемонстрировали высочайшее чувство товарищества и братства. Война прошла по России через каждую семью, через каждую судьбу, четко разделив время на довоенное и военное, разделив всех на фронт и тыл. Тыл – это женщины, старики, дети. Тыл жил по закону все для фронта, все для победы. Самоотверженно переносил все невзгоды, терпел, любил, верил и ждал. 4 года – много это или мало? Кому, как не воинам, знать об этом? Что же помогало выжить, не ожесточиться сердцем? Наверное, письма, которые говорили им о том, что их любят, помнят и ждут.
У каждой российской семьи своя сокровенная летопись войны. Письма с фронта, похоронки, пожелтевшие фотографии, воспоминания, напутствия ветеранов, которые передаются детям и внукам. Это наша память и гордость, история нашей страны, история каждой семьи, которую передали нам отцы и матери, наши бабушки и дедушки. Мы говорили с мамой о войне, о том, как погибали наши предки, которые не знали обо мне, но за меня врагов разили метко. За то, чтобы я вот так сейчас стоял и говорил на русском перед вами, под Курском в танке наш солдат сгорал и бился на Мамаевом кургане. Я не смогу предать былых побед. За этот разговор спасибо маме. Ведь для того, чтобы жить на свете мне, флаг над Рейхстагом поднимали в мае. Сегодня вновь воюем за Донбасс, за Севастополь, за Херсон, за Киев, чтобы русскую историю и нас самих враги не отменили. Добрый час, пусть попутный ветры не бьют.
Так случилось, что спустя десятилетия над нашей отчизной вновь сгущаются тучи зла. Неонацисты, вскормленные Западом, грозят уничтожить русский мир. Мы долгое время считали, что поколение победителей раз и навсегда покончило с идеологией нацизма. Но история повторилась вновь. Точно так же, как когда-то под Сталинградом нашим солдатам приходится противостоять объединившейся европейской коалиции, подпитывающейся финансовыми и военными ресурсами нашего врага. И сегодня российские воины, в значительной мере воспитанные на подвигах героев Великой Отечественной войны, как и в былые времена, ценой собственной жизни, защищают Россию и ее народ. В День Победы мы всегда будем вспоминать тех, кто воевал, кто погиб в боях во имя спасения Родины, и о тех, кто своим героическим трудом в тылу приближал победу. Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, чьи жизни отняла война. Скорбим о тех, кто не дожил до победы. Минута скорбного молчания. Всего минута для живых. Мы молим павшим покаяния и светлой вечности для них. Святому воинству России приносим почести сполна. Вы лучшей доли не просили и горе выпили до дна. Одной минутою молчания, что в тишине верней смогли припомнить горечь ожидания всех невернувшихся с войны. Поклон земной вдовам-солдаткам, тянувшим лямку за двоих, тяжким трудом кусок несладкий делили честно для своих. Светлая и вечная память героям, павшим на полях сражений и ушедшим из жизни после войны. Почтим их память минутой молчания.
года. Тем славным командирам и бойцам, и маршалам страны, и рядовым поклонимся и мертвым, и живым, всем тем, кого мы забывали за поклонимся, поклонимся, друзья. И вот уже у стен Рейхстага ожесточенный бой кипит. Советских воинов отвага в последней схватке победит. И над фашистской столицей, пронзая синеву насквозь, как вестник славы вольной птицей, победы пламя вознеслось. Спасибо.
Как известно, фронтовые концертные бригады давали концерты военнослужащим на передовой, в госпиталях, в воинских частях. Бригада состояла из певцов, музыкантов, танцоров и других артистов, которые, несмотря на тяжелые условия работы и риск погибнуть, добровольно отправлялись на фронт, чтобы своим искусством поднять боевой дух солдат и офицеров, приближая День Победы. За 4 года войны было дано 1,5 миллиона концертов. В каждом городе жители знали и пели «Синий платочек», «Катюша», «Три танкиста», «Вечер на рейде» и многие другие. Thank you.
Через реки, горы и долины, сквозь пургу огонь черный дым. Выехали машины, объезжая мины, по путям дорогам фронтовым. Эх, будь дорожка, родовая, не страшна нам бомбежка любая. Нам подбирать нам рано пора, ведь у нас еще снова дела. А подбирать нам Hey, hey.
Дорогие друзья, с днем великой победы! До новых встреч!